Всегда было все здесь очень красиво. Зеленая зона, поют соловьи. Что сейчас мы видим, это просто невообразимое. Переехали из душного города туда, где можно надышаться вдоволь, в барнаульский пригород. Но наслаждались природой жители Борзовки недолго. Компания СГК начала прокладывать здесь тепломагистраль, чтобы дать тепло соседнему поселку Южный. Жители в панике, ведь стройка, которая идет вдоль берега Барнаулки, угрожает и деревьям, и домам. Она подмывает вот этот вот берег. И если трубы здесь, они будут находиться, ну, естественно, они, все берега не будет. И она потом, дома же наши тут рядом находятся. Дома будут, как-никак, все равно они потерпят какую-то, да, может быть, катастрофу. Я не говорю о том, что я не эксперт. Но все равно в такой близости, на мой взгляд, эти работы проводить нельзя. А тем временем сюда уже привезли огромные трубы и приступили к прокладке тепловых сетей. Возмущенные жители потребовали от компании разрешительные документы на проведение работ, так как уверены, что стройка незаконна, ведь это зеленая зона. Но им ничего не показали, жалуются люди. А вот нашей телекомпании проект все же удалось увидеть. Был разработан проект. Он прошел положительное заключение экспертизы. Вот. То есть был направлен на согласование проект планировки, разработанной архитектурой нашей барнаульской, и был направлен на публичное обсуждение в администрацию центрального района, где он проходил месяц публичное обсуждение. После этого он был согласован и утвержден главой администрации Дугиным. Говорят, есть разрешение и на вырубку деревьев от Краевого министерства природы. Правда, специально для этого зону, которая относится к защитной, лесопарковой, пришлось перевести в зеленую. Попадает под ось трассы, попадает всего 5 деревьев, которые не согласовываются в комитете по дорожному хозяйству. Сейчас там заявление лежит, мы пока еще ничего не вырубаем. Соответственно, после того, как приедет специалист по дорожному хозяйству, с комитета по дорожному хозяйству, они сделают обследование, сделают заключение, выдадут разрешение на снос этих деревьев с возмещением ущерба. Если одобрят и срубят, то обещают компенсировать, посадить деревья, правда, в другом месте. И тогда тепло у поселка Южный будет, а жителям Борзовки, возможно, придется задуматься о переезде. Все сейчас, все это порушится, все, вот они туда идут дальше. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.